Привет, друзья! Наконец, в программе Мегадром Агент АЗ полный спектр электронных игр. Начиная с 16-битных приставок Sega Mega Drive и Super Nintendo, мы продолжим рассмотрение игровых достижений для 32-битных 3DO, Sega Saturn и Sony PlayStation. А в конце каждой программы очередная новинка для персонального компьютера. Ух, какой опасный парень! Чуть телевизор не разбил. Таких размашистых героев надо держать подальше от хрупкой электронной техники. Его бы куда-нибудь в темную аллею, где полным-полно антиобщественных элементов. Вот так хорошо. Представляю вам еще одну игру из бесконечного цикла на тему японского народного эпоса. Махнул Илюша-сан рученькой, переулочек расчистил. Махнул палицей, целый хайвей, понимаешь, освободил. Причем игра эта в Японии зовется Bare Knuckles, а во всем остальном мире Street of Rage. Ну а мы сделали обобщенный перевод с кулаками на улицах ярости. Причем под кулаками подразумеваются не зажиточные крестьяне, а то, чем по зубам, животам, челюстям и прочим легкоразрушаемым частям тела. В прошлой передаче мы видели вторую часть этой зубодробительной игры, а сегодня наблюдаем, что же творится в ее продолжении. А ничего принципиально нового, честно говоря, не творится. Правда, графика стала приятнее, движений заметно прибавилось, ребята явно не сидели без дела, а усиленно тренировались. Правда, за это время понавылезало немереное количество разных злодеев, которые ждут не дождутся ваших кулаков. Имеются в виду не крестьяне, а впрочем, я это уже говорил. Орлок, колдун. Фильм с таким названием был популярен несколько лет назад. Сюжет повествовал о извечной борьбе добра со злом. Дело в том, что раз в тысячу лет возрождается злобный колдун Ворлок, и только монахи-друиды способны его остановить. Самый достойный из них отправляется на поиск 6 магических камней, разбросанных по всему свету. Камни должны дать своему обладателю волшебную силу, способную уничтожить Ворлока. Сам Орлок тоже не лыком шит и будет всячески пакостить вашему благородному начинанию, то мирного гражданина в зомби превратит, то собачку в волка-оборотня. На то он, впрочем, и злой колдун, работа у него такая. Один известный фильм проторил себе дорогу в мир видеоигр. Stargate, Звездные врата.
Творение режиссера Роланда Эммериха, снявшего такие известные картины, как «Универсальный солдат» и «День независимости». На этот раз никаких сказок. Перед вами научная фантастика в чистом виде. Ученые нашли в одной из египетских пирамид странное сооружение, которое на поверку оказалось воротами в далекий, неизведанный мир. Что делать? Применим стандартный американский подход. Возьмем бригаду «Командос», нагрузим их оружием с ног до головы и отправим внушать туземцам общечеловеческие ценности. Nintendo, 3DO, Sega Saturn и Sony PlayStation. Наш адрес: улица 8 марта 82А, телефон 29-92-92. Ты познаешь гармонию. Дважды два не четыре, когда ты веришь в красоту. А Бах больше, чем музыка. Пишите на распродажу телевизоров в магазины «Кардинал» и «Телемир». А сейчас мы продолжим знакомство с 32-битными играми нового поколения. Великолепный Tekken 2 всех очень впечатлил. Но на очереди еще более потрясающее продолжение знаменитого Wipeout. А в разделе игр для персонального компьютера ждите новой встречи с игрой Mech Warrior. Первый Wipeout, вышедший полтора года назад, долго удерживал титул самой красивой игры для PlayStation. Продолжение Wipeout 2097, похоже, устанавливает новые стандарты 32-битной графики. По вкусу трассу, летательный аппарат и подходящий по настроению саундтрек, можно начинать игру. Вот здесь-то и начинается самое интересное. От красот окружающих просто дух захватывает, но расслабляться нельзя.
Выбрать можно действительно любой пейзаж. Например, если вам нравятся красоты дикой природы, а урбанистические технотронные джунгли не по настроению, то вот, пожалуйста, леса и горы. От первой игры здесь можно не только притормозить соперника, но и запросто уничтожить его средства передвижения. К вашим услугам масса оружия и прочих наворотов. Сказал я немного, да и стоит немного говорить. Лучше просто посмотреть. Теперь пришла пора нашей последней игры на сегодня – Mech Warrior 2 Mercenaries. Механический воин 2 – наемники. Да, больше никаких боев за честь клана, за родную планету. Теперь вам предлагается стать наемником и сражаться за деньги, выбирая контракт повыгоднее. Впрочем, продолжение самой лучшей экшен-игры прошлого года предлагает массу возможностей. Вы сможете стать командиром своей армии наемников, но тогда придется считать каждую копейку, рассчитывать средства на покупку оружия и в поте лица отрабатывать каждый пункт контракта. Более простой вариант – вступить солдатом в банду наемников и не заботиться о своих тылах. Я могу рекомендовать эту игру всем, кто любит живой и азартный экшен. Интереснейшие поединки с превосходящими силами врага. И не стоит бояться сложного управления. Игра предлагает несколько учебных, очень простых миссий, по ходу которых управление осваивается элементарно. Игра действительно просто замечательная. Правда, чтобы наслаждаться естественными источниками света, реалистичными текстурами и реалистичными взрывами в СВГА, нужен очень мощный компьютер. Я думаю, вам понравилась новая форма передачи. Теперь поклонники компьютерных игр могут видеть каждую неделю новинку формата CD-ROM. А на следующей неделе всем советую не пропустить очередной выпуск Мегадрома, где состоится премьера новой приставки Nintendo 64. Убедитесь, что 64-битный Марио выглядит потрясающе. Ну а на сегодня все. Удачи!